双冷漠的眼，藏不住滚烫的灵魂。我多想抱紧你，把你的恐惧化作信息，不再计较这世界公平不公平，像个小孩一样感情。我看着你细数爱的痕迹，每个生命该爱的用力，请让我抱紧你，去爱的彼岸没有人学习。Она еще не очнулась. Ты очнулась. Смотри, я принесла тебе кашу. Мам, оставь. Я потом поем. Нет, надо поесть, пока теплая. Мам. Тогда ладно, потом поешь. Пап, не пялься на маму. Я все вижу. Он переживает за тебя. Да. Послушай. Когда я тебя критиковала, мама была на твоей стороне. Я больше не буду его защищать. Не смотри так на нее. Хорошо, хорошо. Не буду больше так на нее смотреть. Хорошо. Пап, можешь ненадолго выйти? Я хочу маме кое-что сказать. Ладно. Оставлю вас. Поговорите. Поболтайте. Не торопись, милая. Мам, прости. Я была глупой. Заставила тебя и папу волноваться. Ты меня прости. Не надо было заставлять тебя выходить замуж. Делай, что пожелаешь. Я больше не стану вмешиваться в твою жизнь. Я знаю. Ты волнуешься за меня. Переживаешь, что если я не выйду замуж, мне будет одиноко в старости. Я знаю, что тяжело выжить в большом городе. Молодежь вкладывает все свои силы в работу, поэтому не торопится с браком. Не знаю, как в других местах, но в нашем городе женщины, которым за 30, живут хорошо и без мужа. Но я хотела, чтобы у тебя было по-другому. Из-за беспокойства я чересчур на тебя надавила. Мам, знаешь, о чем я подумала, когда меня сбила машина? Я думала о том, как же жаль, что я не успела выйти замуж. Было бы обидно умереть, не надев свадебное платье. Если честно, не то чтобы я не хочу замуж, просто я не встретила подходящего человека. Это очень важно для меня. А из-за того, что ты постоянно давила на меня с браком, я просто не могла согласиться. Некоторые парни, подобранные тобой, были милыми, но я называла их страшными и неподходящими. Дурашка. Это все моя вина. Я переживала, что знакомила тебя со всеми подряд. Некоторые и правда были жуткими.
Но ты у меня разборчивая девочка. Твои коллеги и подруги, наверное, больше никого не захотят представить мне. Конечно, но зато они поняли, что ты разборчивая. Я вся в тебя пошла. Бабушка мне сказала, что ты такой же была. Была настолько разборчивой, что к 28 годам так и не нашла себе парня. Бабушка очень на тебя злилась. Твоя бабушка суровее меня. Мне было 18, я только среднюю школу закончила, а она жениха мне уже искала. У тебя ушло 10 лет, чтобы встретить папу. Это стоило того. Да если бы не бабушка, у твоего отца и не было бы шанса. Ты говоришь не то, что думаешь. Когда однажды папа покинет этот мир, ты... Не надо, не говори так. Ладно, ладно. С годами вы с ним меньше спорить и ругаться не стали. Я спорю в идеальной противоположности. Я хочу такой же союз, чтобы ругались, но были дружными. Мама, обещаю, я выйду замуж. Но когда это случится, я точно не могу сказать. Может, завтра я встречу подходящего парня и тут же зарегистрирую брак. Но если я так и не встречу его, то буду просто терпеливо ждать. Хорошо. Обещаю, что больше не буду на тебя давить. Я уверена. Ты сможешь о себе позаботиться. Спасибо, мама. Привет. Привет. Я Пань Дун. Нас вместе доставили в отделение. Это ты меня спас? Да. Присядь. Уолден, тоже нравится эта книга? Да. Это моя любимая книга. И моя. Время определяет, кого вы встретите в своей жизни. Ваше сердце определяет, с кем ты будешь идти по жизни. И ваши поступки определяют, кто в конечном итоге останется в вашей жизни. Как вы получили травму? Я споткнулась и неудачно упала на руку. Есть ли еще где-то раны или, может, что-то болит? Я в порядке. Я же тебе столько раз говорил, быть осторожной. Зачем бегать по утрам? В твоем возрасте это опасно. Зачем усложнять другим жизнь? Не волнуйтесь, в любом возрасте можно сломать кость. Все не так-то плохо. Это не перелом. Вероятно, вы потянули связку или мышцу. Обезболивающее должно помочь. Если возникнут другие симптомы, вернетесь. Доктор, уверена, что она в порядке? Моей маме очень больно. Да, она в порядке. Отдохните дома и никаких физических нагрузок. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Мам, придешь домой, приляг. Хотя бы сегодня о себе позаботься. И не готовь ничего, я закажу еду на вынос. Она вредная. Я должна тебя кормить.
Не беспокойся за меня, я на работе занят, времени поесть дома совсем нет. А ты счастлива, что пришла в больницу потратить денег и пострадать? Ваша головная боль от перенапряжения, я выпишу вам обезболивающие. Советую вам пройти полное обследование в отделении неврологии. Это хлопотно. Но это для вашего же здоровья. Ладно. Думаю, вы только и хотите, чтобы трясти из меня деньги. Доктор, какой вы поставили диагноз? Что случилось? Потерпите, сейчас доктор придет. Что произошло? Запястье очень сильно болит. И как это понимать? Вы же сказали, после капельницы станет легче. И должно было стать легче. Должно, но не стало. Иногда от капельницы бывают боли. Повторите-ка, иногда бывают боли? В капельнице был яд? Если с моей мамой что-то случилось, ты ответишь за это. Успокойтесь, чтобы лекарство подействовало, надо время. Как я могу успокоиться, когда ей больно? Что случилось? Доктор Сяо, разве вы не видите, как ей больно? Доктор Сяо, я диагностировал пациентке растяжение мышц и отправил на капельницу, вот ее рентген. Похоже на перелом. Вы же сказали мышцы. Откуда перелом? Больная в возрасте, и у нее остеопороз, поэтому тяжело разглядеть перелом. Не волнуйтесь, мы отправим вас к ортопеду, а я наложу на вас гипс. Не волноваться. Он сказал, что все нормально, и как же мне не волноваться? Что с тобой? Полуживой какой-то. Ничего. Боишься, что буду смеяться над тобой? Уже в курсе. Линджи с утра мне рассказала, что ты ошибся с диагнозом. Растяжение мышц вместо перелома. Я допустил ошибку. Все совершают ошибки. Скажи, какой врач может работать без ошибок? Танхуа, спасибо. Знаешь, думаю, ты хорошо справляешься. Ты умный и старательный. Ставишь пациентов на первое место. Еще пару лет работы в неотложке, и ты станешь замечательным доктором. Правда? Конечно, правда. Но ты слишком раним. Если что-то идет не так, ты начинаешь сомневаться в себе. Я не хочу быть таким. Ты же кандидат медицинских наук. Получил докторскую. Что еще тебе не под силу? Но я... Не можешь постараться? Возьми себя в руки. Упал, так возьми и поднимись. Пока ты будешь стараться, никто не посмеет высмеивать тебя. Я беспокоюсь, что... Хватит. Не будь таким трусом. С сегодняшнего дня я буду помогать тебе возвращать уверенность. Взгляни на УЗИ грудной клетки. Что думаешь? Утолщение стенки желчного пузыря. Стенка имеет двухслойные изменения. Плохая звукопроницаемость. Неравномерное эхо. Скорее всего, холецистит. А рентген? Густые двусторонние прикорневые тени. Очевидная эксудация. Думаю, отек легких. Холецистит и отек легких. Уверен? Ну, думаю, что уверен. Побольше уверенности. Описание болезни. Смотри, я же говорила, что ты молодец. Тебе просто надо быть увереннее. Иногда, например, с гликопротеином слизи или желчи... Будете так близко сидеть и подхватите что-нибудь друг у друга. Доктор Сюй, мы анализируем историю болезни. Не обращай внимания. Продолжим. Сперва проверь все варианты, а затем исключай. Танхуа, помогаешь Чэньджи, потому что он тебе нравится? Учитель Сюй, мы правда только смотрим. Ужасный человек видит только ужасное. Когда молодежь влюбляется, это не так уж и ужасно. Я бы сказал, это самая прекрасная вещь в мире. Продолжайте. Скучный.
проходя через желчный пузырь, передвигаясь по кровотоку или через лимфатические узлы в... Почему на меня смотришь? Туда смотри. Ага. У острого холецистита имеется стандартная схема развития. Начинается после переедания или употребления жирной пищи, чаще всего в ночное время. Сяоган, ты здесь? Зачем пришел? Я приходил домой, но там никого. Сосед сказал, что твоя мама упала, и ты повез ее в Туншань. Это твой дом? Ты, похоже, в порядке. День рождения отмечаешь. Доктор Сюй! Доктор Сюй! Что такое? Ну, я... Что такое? Говори уже. Ну, я... Что опять натворил? Что? Хочу спросить, я и Танхуа... Да пошутил я. Не волнуйся, Танхуа поняла, что я пошутил, вы из-за этого не пругаетесь. Нет, доктор Сюй, не волнуйся, вы с ней дальше будете коллегами. Доктор Сюй, вы не понимаете, у меня пациенты. Пока. Доктор Сюй. Сегодня будет немного болеть, я выпишу обезболивающее. Останьтесь на ночь для наблюдения. Если боль не усилится, завтра пойдете домой. Спасибо, доктор. Спасибо. Ну как, все еще болит? Немного. Ясно. Вот так, это моя вина. Я слишком забывчивый. Взял торт, а чек оставил дома. И тебе пришлось нести его мне. Займи. Давай больше не будем об этом. Разве ты его не на день рождения Сяогана купил? Ты с ним встретился? Я ему позвонил, но он не ответил. Может, он оплачивает больничный счет? Не волнуйся, Сяоган умный, он все поймет. Отдыхайте, если что-то понадобится, зовите медсестру. Спасибо. Спасибо. Доктор Сяо, как моя мама? Ей уже лучше, не волнуйтесь. Спасибо, доктор Сяо. Позвольте вас спросить, сегодня ваш день рождения? Думаю, вы очень заняты, раз забыли про свой день рождения. Но для пожилых людей это важный день. Предположу, что торт, который он принес, был для вас. Поздравляю с днем рождения. Если что, обращайтесь. Ну что, тебе нелегко было эти дни? Ты на себя посмотри. Да я сейчас совсем бесполезна, не могу готовить для вас. Не переживай. Давай. Она будет в порядке. Знаю. Идемте, присядем и поговорим. О. Хорошо. Это, знаю, я тебя неправильно понял. С тех пор, как ты встречаешься с мамой, я притворился, что не знаю, потому что был в смятении. Я много работаю и не могу постоянно быть с ней. Я вижу, что она счастлива, проводя время с тобой. Но, как и ее сын, я не могу допустить, чтобы в наш дом пришел чужак. Да.
Понимаю. Понимаю. Только понял, что этот торт не для тебя, а для меня. На... Мы с твоей мамой были одноклассниками в старшей школе. Возможно, она уже тебе сказала. Но... могла и не сказать, какие у нас отношения. Я из Хадзе. В первый год старшей школы твоя мама переехала в Хадзе и перевелась в наш класс. Когда я впервые ее увидел... я влюбился. Я никогда не видел такой красавицы, такой элегантной девушки. Ей тогда было 16. Молодая, красивая и высокомерная. Была совсем как принцесса. Думаю, ты считаешь, что твоя мама любит поворчать, живет спокойной жизнью. В общем, надоедливая старушка. Но ты не знаешь. У нее не было выбора. Твой отец рано ушел из жизни. Она повторно не вышла замуж, чтобы не причинять тебе боль. Она много работала и заботилась о тебе. Вот как она стала такой, как сейчас. Но для меня она всегда будет такой же, как в нашу первую встречу. Я тогда учился в школе. Был лучшим учеником в классе. Учитель специально посадил нас с ней вместе. Сказал, что так она быстрее освоится и сдружится с классом. Но мы были... упрямы. Мы не хотели друг другу уступать. Я предлагал свой вариант решения проблем. А она всегда шла со мной в конфронтацию. В общем, мы создавали всем немало хлопот. Но по неведомой никому причине, потихоньку, мы начали нравиться друг другу. Даже в один колледж решили поступить. На третий год учебы в зимние каникулы твоя мама случайно упала в воду. Я спас ее. Но потом заболел пневмонией. Мне пришлось долго лежать в больнице, чтобы поправиться. Поэтому я не смог поступить в колледж. А когда меня выписали, я узнал, что твоя мама пропала. Я долго искал ее. Но так и не смог найти. Позже я узнал, что наши с ней родители не одобряли наши отношения, и пока я был в больнице, они отослали ее, лишив тем самым возможности видеться. Потом я устроился на завод. Твоя мама, окончив колледж, вернулась. Каждый из нас создал семьи и завел детей. Мы больше и не встретились. А в прошлом году моя дочь привела меня сюда пообедать. И я случайно встретил твою маму.
Я должен... Должен был тебе все это рассказать раньше, но не решался, дядя Джан. Если ты пытаешься сказать, что любишь мою маму, я приму это. Моя мама давно одна. И ей нужна пара. Я был неправ. Не надо было ничего скрывать от тебя. Люблю тебя, сынок. Сяо Ган, с днем рождения. Дядя Джан, давайте выпьем. Да, выпьем. Побольше отдыхайте, кушайте фрукты и продукты, содержащие кальций. Например, молоко, бобовые. А самое главное, приходите на осмотр через 2 недели. Хорошо. Спасибо, доктор. Не за что. Спасибо. Идем домой. Хорошо. Идем. Наконец-то меня выписали. Давай немного прогуляемся. Мам! Сяоган? Давайте вместе пойдем домой. Дядя Джан, догоняйте. Да, идем! Как же это мило встретить свою любовь спустя столько лет. Да. Долгие годы они были в разлуке. И вот они уходят вместе. Ты когда-нибудь думал о любви, что тебе предназначено? С кем? Вижу, что не думал. Ладно. Пора возвращаться к работе. Линджи, на минутку. Что такое? Что за таинственность? Мне нужен твой совет по кое-какому делу. Какому? Предположим, есть девушка, которая спрашивает парня о том, какую бы он хотел себе любовь. Что она имеет в виду? Что имеет в виду? Она хочет знать, какую любовь ты себе хочешь. Нет, быть не может. Я имею в виду... Почему эта девушка спрашивает парня о таком? Каков мотив? Мотив? Любопытство. Поэтому и спросила. Ну, копни поглубже, подумай. Раз девушка спрашивает парня о таком, значит, она заинтересована в этом парне? Ну, может быть. Да. А парень, которому задали вопрос, это ты? Боже, Чэнь-Джи, такой тихоня, сердечко женское покорил. Так получилось. А что она? Я думаю, что эта девушка ему нравится. Нравится? И кто она? Кто? У меня пациент, я пошел. Бесит, сказала, говори бы. Что ты делаешь? Ничего. Ты вспотел. Еда просто очень острая. Вкусная? Что так смотришь на меня? На лице что-то? Идем со мной. Постой, постой. Куда это мы? Не волнуйся, просто иди за мной. У меня скоро выезд. Зачем куда-то идти?
Надо поговорить. Говори здесь. Это кое-что важное. Что? Какой странный. Идем со мной. Чэнь-Джи, выкладывай. Танхуа, я долго думал и все никак не решался сказать. Ближе к делу. Прошу, не прерывай. Да слушай меня. Прости, Танхуа, я очень волнуюсь. Не стоило так с тобой говорить. Ладно, ладно. Не злюсь я. Продолжай. Моей самой большой мечтой было стать потрясающим доктором. Я только об этом и грезил. Опять начинаешь? Я пойду. Нет, сейчас скажу. Я не могу закрывать глаза на твою искренность. Не могу причинять боль, отвечая на твои чувства равнодушием. Поэтому я решил принять тебя. Стоп. В смысле принять меня? Что ты собрался принимать? Твою любовь ко мне. Я всегда боялся, что любовь может повлиять на мою цель стать хорошим доктором. Но теперь я понимаю, что мы можем вместе стать лучше на пути к мечте. Я принимаю твою любовь. Что ты за глупость несешь? А ты смелый так шутить. Танхуа, тебе не надо надевать маску безразличия, чтобы скрыть свои истинные чувства. Ладно, прекращай, уже не смешно. Продолжишь, и я обижусь. Серьезно, что ли? Ты правда думаешь, что нравишься мне? Знаю, раньше я был недостаточно хорош и не обратил внимания на твои чувства. Но я изменюсь. Я принимаю тебя. Поэтому давай будем серьезными. Спятить можно. Ты либо еще не проснулся, либо у тебя крыша поехала. Я уже говорила, что не намерена влюбляться и выходить замуж. А даже если и влюблюсь, то такие, как ты, не в моем вкусе. Понятно объяснила? Танхуа, Танхуа! Ты что, меня испытываешь? Ладно, раз утверждаешь, что ты мне нравишься, тогда приведи хотя бы один пример, когда у тебя сложилось такое впечатление. Если я тебе не нравлюсь, зачем ты помогала мне разбираться с диагнозами? Разве такое говорит о любви? Я помогала коллеге. Это никакого отношения не имеет к моим чувствам к тебе. А когда больная с переломом уходила, ты спросила меня про любовь, которую я бы хотел. Разве это не намек на то, что ты хотела бы любовь со мной? Думаешь, что в тебя влюбляются все девушки? Я просто была тронута чувствами той пожилой пары. Если вопрос о любви – это намек на чувства к тебе, то, может, мне вообще ни о чем тебя не спрашивать. Ты правда не пытаешься сейчас скрыть свои настоящие чувства? Ты не притворяешься? Я не думала, что ты такой же, как Байджу. Два самодовольных индюка. Думаешь, все девушки Земли в тебя влюблены? Почему думаешь, что нравишься Танхуа? Разве не ты так сказал? Когда это? Почему? Вы все такие. Стой, я думаю. О, ты о моем замечании, когда ты с Танхуа смотрел историю болезни. Да-да, разве ты не о любви говорил? Не говорил я, что ты ей нравишься, я шутил. Я... Чэнь-Джи, даже если тебе будет больно, но я должен это сказать. Из моих наблюдений, Танхуа на самом деле не любит тебя. Да и к тому же... Вы оба несовместимы. Прими это и двигайся дальше. Вперед, светлое будущее! Алло? Быстрее, у нас пациент. Уже иду. Выше нос, пора работать. Больному 58 во время чаепития потерял сознание. Как очнулся, семья вызвала спасателей. Пациент сказал, что был здоров и не страдал от гипертонии и диабета. Но он 40 лет злоупотребляет курением. Где дискомфорт? В городе. Когда было больно? 8 утра.
Желудочковая экстрасистолия. Сделайте ЭКГ. Хорошо. Вы семья пациента? Папа. Сейчас папа. К нему нельзя. Доктор, как мой папа? У больного инфаркт миокарда. Это серьезно? Смертность в таких случаях очень высокая. По результатам обследования, область сердца, подвергшаяся некрозу, весьма обширна. Есть вероятность, что будет заблокирована крупная артерия. Но у него никогда не было проблем с сердцем. Инфаркт миокарда обычно возникает внезапно. Одной из причин могло стать курение. Боль у него более 3 часов. Нужна операция. Я предлагаю установить стенд для открытия закупорки артерии. Стенд? Да. Инфаркт миокарда сопряжен с риском других заболеваний. Например, разрыв сердца или злокачественная аритмия. Все это фатально. Каждый удар сердца может стать последним. Надо скорее установить стенд. Учитель Бай. Вот согласие на оказание помощи. Взгляните. Если у вас нет вопросов, подпишите, и мы тут же проведем операцию. Какие-то вопросы? Но раньше у него не было проблем с сердцем. Я же сказал, инфаркт миокарда возникает внезапно. Здесь написано, что после установки стенда придется всю жизнь пить лекарства. Да, после операции больному придется всю жизнь принимать антикоагулянты. Это необходимо, чтобы предотвратить закупорку артерии. Можно без стенда? Выпишите ему таблетки. Да. Продолжим тянуть время, и пациент может умереть. Мам, ты должна подписать. Сяомань! Дунчен! Не входите! Хунся! Папа, как ты? Дунчен, тебе больно? Стенд очень дорого стоит. Пап, не беспокойся о деньгах. Вопрос не в деньгах. Я здоров. Мне не нужен этот стенд. Доктор сказал, что тебе нужно открыть артерию. Без стенда никак. Они хотят выручить денег за этот стенд. Теперь понятно, почему они так настаивают на этом. Но если это спасет жизнь папе, то надо его поставить. О чем ты? Эта штука внутри будет, а побочка какая от нее будет, ты знаешь? Они хотят только денег заработать, здоровье твоего отца их не волнует. Побочки же не их тела будут мучить. Давай так. Сяомань, позвони старшей сестре Лин-Лин. Да-да, позвони старшей сестре Лин. Она в большой больнице в Пекине работает, спросим, что она думает. Хорошо, я позвоню ей. Пациент, вы все обсудили, операцию откладывать нельзя. Почему такая спешка? У нас родственница работает в пекинской больнице. Послушаем ее сначала. Родственница? Какая еще родственница? Парень, послушай, этот стенд не пустяк там какой-то. Дайте нам семью и это обсудить. Ваше состояние опасно. Желудочковая тахикардия и фибрилляция могут в любой момент проявиться. Но разве он не в порядке? Зачем пытаетесь нас напугать? Парень, иди работай. Мы как обсудим, позовем тебя. Договорились? Учитель, пациент решил обсудить операцию с родственницей из пекинской больницы. Он же может умереть. Я им все объяснил, но они считают, что ему стало лучше. И операция не нужна. Они не воспринимают серьезно мои слова. Ждать нельзя. Лин-Лин, я сейчас... Что вы делаете? Алло, я лечащий врач. Ему диагностировали инфаркт миокарда. Необходима срочная операция по стентированию сердца. Вы родственница больного, а также доктор. Вы хотите, чтобы он жил или умер? Лин-Лин. Я слушаю. Что? Хорошо. Как скажешь. Слушай доктора. Подписывайте. Простите, что опять вас вызвали. Ситуация с этим пациентом требует внимания. Поэтому я здесь. Доктора должны лечить и спасать людей. Верно. Вы такой же, доктор Бай. Даже при плотном графике приходите понаблюдать за операциями. Этому я у вас научился. Поэтому-то директор и ценит тебя. Ты готов совершенствоваться. Тогда начнем. Конечно. Сперва осмотрим артерию. На 90% поражены передние и нисходящие правые коронарные артерии. Ведь в левой коронарной артерии поражена на 65%. Ситуация серьезная. Нужно срочно ставить стенд.
Ситуация очень серьезная. Тот факт, что пациент так долго держался, настоящее чудо. Да, ситуация хуже, чем я предполагал. К счастью, мы настояли на операции. Пойдем, поговорим с семьей. Да. Доктор, как мой муж? Результаты коронарангиографии не очень обнадеживающие. Будьте готовы. Я умоляю вас, пожалуйста, спасите моего мужа. Мы сделаем все возможное. У пациента фибрилляция желудочков. Доктор, что происходит? Пациент в сознании. Мы должны. Поздно. Вы должны спасти его. Быстрее. Дефибриллятор. Заряд на 200. 200 джоулей. В сторону. Доктор, разве операция не должна быть безболезненной? Как вы относитесь к пациентам? Я буду жаловаться. Успокойтесь, успокойтесь. Ситуация неотложная. Отпустите, чтобы я помог вашему мужу. Я не могу вас отпустить. Мой муж кричит от боли. Не волнуйтесь, ситуация под контролем. Нам надо срочно ставить стенд, иначе возможна новая дефибрилляция. Почему без наркоза? Почему папа кричит? Прошу, успокойтесь, это неожиданная ситуация. Для введения стента нужна местная анестезия. Пациент во время операции в сознании. Я не понимаю, вы все это говорите, чтобы оправдаться, да? Объясню вам ситуацию еще раз. При фибрилляции желудочков мы должны спасти пациента, иначе он умрет. Лучший способ дефибрилляции — электрическим током. Анестезию поздно давать. Моего мужа можно спасти? Ангиография весьма четкая. Мы видим всю картину, и она сложная. Две из трех основных артерий, ведущих к сердцу, закупорены. И последняя может не выдержать. Если не установим стент, произойдет обширный инфаркт миокарда. Вот тогда ему не помочь. Мама, доктор. Успокойтесь. Умоляю, вы должны спасти его. Усадите маму, мы должны идти. У пациента фибрилляция. Папа. Успокойтесь. Дунчен. Почему это происходит с тобой, Дунчен? Продолжайте, не отвлекайтесь. 200 джоулей. 200 джоулей. Отойти. Он с нами. Продолжаем операцию.而是陪我来的你。